касается даже тех, кого не касается тема выпуска сегодня. В Гомельской области проживает 6300 ВИЧ-инфицированных. Сегодня 95-96% в Гомельской области заражаются половым путем. Любой человек может заразиться 365 дней в году, и, соответственно, процент увеличивается. 50-50, есть он у тебя или нет? Очень часто задаю вопрос: вы святой? Предусмотрена уголовная ответственность не только за целенаправленное заражение, но и, в принципе, за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ. С появлением антиретровирусной терапии человек с диагнозом ВИЧ-инфекция может жить при соблюдении определенных условий приверженности к лечению ровно столько, сколько и любой другой человек. Принимает лекарства, иммунитет повышается, нагрузка стремится к нулю. Он не заразен практически. Хочется поднять проблему не информационно-образовательной базы, как это все передается. Вроде бы информации это... много, информации а как выделить достаточно. Главное, так чтобы каждый мог пользоваться ей? Панацеи нету. Но у зрителей есть прямой вопрос, как Хорошо. Защитить себя и своих близких? Вот. Игнорируя эпидемию ВИЧ-инфекции, мы рискуем сами и подвергаем риску партнера. Остановить вирус можно, если вовремя сдать тест на ВИЧ и начать лечение. Победим СПИД вместе. Касается даже тех, кого не касается. Ток-шоу «Пушкина 8». В понедельник, 26 сентября, в 19:00 на «Беларусь-3».